Мещеряков ушел в отставку, на ЛАЭС отключили энергоблок, и рейд по Неве прошел плодотворно. В начале выпуска о кадровых перестановках в Смольном ушел в отставку один из самых креативных управленцев, глава Кронштадтского района. Об этом сообщил в Твиттере пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов. Свой пост Терентий Мещеряков покидает по собственному желанию. Заявление об уходе уже подписано Георгием Полтавченко. Сегодня у Мещерякова последний рабочий день. На своем посту глава Кронштадта проработал чуть больше года и запомнился горожанам своими экспериментами. Пересадил чиновников на велосипеды и отказался от дворников-мигрантов. До этого он возглавлял Фрунзенский район. Сам Мещеряков сказал, что собирается в отпуск, а потом он напишет в соцсетях о своих планах.